Всем привет и хорошего вам настроения, дорогие мои друзья. И продолжаем с вами проходить игру «Вперед на зомби-войну». В общем, поехали. Так, что у нас здесь? Я смотрю, ага, завершено. Взять. Так, получили немного денежек и радио. Это хорошо. С чего начать-то, а? Давайте, наверное, пооткрываем немножко территорию. Вау. Какой-то бонус. Тайник. Забираем, естественно. Получаем еще одно радио. Так, хорошо. Блин, я почти весь бензин потратил, ребята, на открытие вот этих вот островков неизведанных. Так, ну что, 8 бензинчика у меня есть. Это хорошо. Посмотрим. Ух ты, я могу тут... 480 золотых нужно. Хе-хе-хей. Ёлки-палки, я же гробовщик. Марины. Странно, а почему он так дорого стоит? Медкит. Радиус, ага. Медицинская аптечка восстанавливает здоровье всем дружественным юнитам в радиусе своего действия. Угу, понятно. А это что делает? Заправленные взрывной смесью бочки поджигает все в небольшом радиусе. Ну что ж, довольно неплохо. Но ценник, конечно, кусается. Ладно. Так, давайте кого-нибудь усилим, ребята. Консервы, таблетки, радио. 92 золотых. Ну, это у нас, как говорится, основной, поэтому не жалко на него. Он у нас самый первый идет в бой. Так, таблеточки и радио. 18 золотых. Ну что ж, неплохо. Строитель нам тоже обязательно нужен. Как вы видите, много персонажей у меня открылось. Так, что здесь? Джайлер. Тюрьмы больше нет, но у него до сих пор есть шокер. Хм, это хорошо, но ценник, елки ты палки. Гренадир. Для него нет ничего, что нельзя взорвать гранатой. Блин, шикарно. Хочу. Хочу. Много чего хочу, да мало получу. Ну что же, ребята, давайте начнем, наверное, битву. Только сейчас подберем для себя подходящую. Так, 27 уровень. 26. Давайте начнем с него нормально. Так что должны, наверное, выиграть. Так, значит, у нас первый тут с каской. Косоглазый, как обычно. О, бегун. Елки-палки. Ну-ка, быстрее. Быстрее, гробовщик, выходи. Дай ему за трещину. Нормально. Хорошо, ты его накумарил. Ну, давайте вдвоем-то вы справитесь. Хотя против полицейского вряд ли. Да. Ой, еще этот вышел. Ё-моё, шокер хренов. Ё, да чё так дофига-то вас понавалило, ребята? Так дело не пойдет. Давай, взрывай своих же. Не, гробовщик здесь один, конечно же, не справится. Эй, от бочки тоже мало толку. Ну-ка, фермер, бомби. Бегуна в первую очередь, давай. Ну, сноси его. Да что ж ты, ну, нормально, в принципе. Так, строители. Кстати, я, ребята, новенького себе чувачка приобрел. Ну, я вам скажу одно, что он вата-ватой. Единственный плюс у него, что он встает. То бишь, его убивают, он может еще раз встать. Но падает он довольно быстро, потому что он ватный на самом деле. Увидимся в аду. Это точно. Так, давайте, давайте этого хлебосольного там валите, пока он свой шокер не применил. А вот, кстати, ребята, и на показуху вам показываю этого ватного. Вот он вышел, бомбит, видите, вообще урона практически никакого не наносит, падает. Через некоторое время он опять встанет. Но это будет его на последнее воскрешение. Так, отлично. Чоппер, бомби его. Шикарно. Все, встал, называется, и сразу же упал, придурок. Надо будет его потом заменить. От него толку никакого. Нужна поддержка, фермер кричит. Не, ребят, ну что-то тут уж больно как-то жестко. Смотрите, целая волна тут вышла. Хотя потихоньку все-таки разбираем их. Давайте, давайте, полицейских этих. Вот так вот. Хе-хе-хе. Ну почему, как только я использую очередь, начинают выходить самые такие элитные сливки зомбарей, скажем так. Ладно, чиппер, бомби его. Главное не дать ему воспользоваться электричеством. Если он бомбанет, то все в округе полягут. Ну и мои, и его, конечно же. Но мне-то от этого не легче. Проклятие! Давайте, ребята, валите. Валите этих козлов всех. Бесщадно. У меня есть один, ребятушки, бонус. Как вы видите, наверху бутылочка. Это дает, если я не ошибаюсь,
силу дополнительную моим юнитам использовать я пока не буду. И через 34 секунды придет волна. Что-то мне подсказывает, что я не успею здесь расправиться с ними. Хотя, есть, отлично, ребята. Все-таки прошли, причем очень хорошо прошли. 20 золотых, 57 опыта. Фу, а я уж думал, не успеем. Но, как видели, Чоппер там старался во всю мощь. Так, открываем карту далее. И здесь у нас... 24-м. Сложно? Почему, интересно? О, 23-я, ребята, давайте начнем с нее. Если уж мы 26-ю прошли, то, я думаю, эту должны и подавно пройти. Так, опять у нас здесь, как вы видите, кладбище, церквушка. Подождем маленько. Ну, вызывать этого неохота, если честно, он болван. Пошел строитель. О, тихо, блин, ну как ты, да почему ты пробегаешь мимо-то, идиот ты хренов. Да, ребят, вот тебе, вот тебе и прошел 23-ю легкую миссию, называется. Да, не ждал я, конечно, такого эффекта. Давайте-ка сейчас немножечко по-другому сделаем. Пошел. Собаки сейчас выбегут, наверное, сразу же, да? Ага, бомбит. Давай быстрее, копись, храбрость. Пошел, родной. Придется этого придурка вызвать. Тихо, вон они бегут. Вот это вот самое поганое. Ну! Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, не успеем, наверное. Отлично. Шериф справился со своим делом. И я надеюсь, что больше не будет атаки собак этих зомби. Так, давай, гробовщик, беги. Пока держимся, ребята, пока держимся. Так, бочонок. Шикарно. Нет, бегут все-таки бегут. А, черт тебя подери. Ну, там оставалось очень мало хп у автобуса, как вы видели. Блин, а у меня больше нет бензина. Что же делать тогда, ребята, а? Вот тебе и незадача. Хотя тут кое-что у меня есть. Давайте посмотрим, дадут они мне видео или нет. Бесплатное за бензин. Ну что, ребята, вот у меня и 20 бензинчика. Продолжаем с вами играть. Так, миссия 23. На ней мы с вами остановились. Я ее не смог пройти. Давайте еще раз попыточку сделаем. Не дай бог опять эти псарни побегут. Я вот думаю, знаете что, а вот этого шерифа, который у меня в автобусе, его можно как-то усилить? А, вот, бегут. Ну, ох, наконец-то хоть строитель на... Ёлки-палки, он испугался, ребята, испугался, наложил штаны и начинает тупить. Храбрость. Давай, вызываем этого, он сейчас должен этих бомбить. Одним выстрелом всех валить. Все, шикарно, пулеметчик вперед. Умри! Отлично. Все, давайте пробиваем. Да, как... О, тихо. Нормуль, справились, отлично. Один готов. Да не один, все, мы прошли, но опять же не в сухую, ребята. Две звезды, ну и фиг с ним. Главное, что прошли. Так, и что у нас далее? Так, отличненько. О, что это, ну-ка. Привет, кинотеатр. Ну, давай смотреть. Так, ребят, заработал я денежек себе. Как вы сами видите, у меня 407 золотых монет, а это очень хорошо. Я, наверное, могу себе позволить кого-то купить, да ведь? Ну, генератор, что он делает? Давно изобретенная машина храбрости производит чудо-жидкость, которая делает вас морально сильным для сражения. Не хочу. А вот это 480, блин, Рипер. Ее понизили до уличного патруля. Хм, а этот у нас что за рядом? Фарфайтер. Слушайте, может быть, немножко подкопить денег, а, ребят? Так, медкит. Медпакет, значит, да? Угу. Оу. Тут еще будут, ребята, открываться юниты, оказывается. Так что все у нас пока нормуль. Так, 17 бензинчика. Так, миссия 21, сложно. Но ведь 21-я все-таки. Так, а здесь у нас 24-я. Тоже сложно. Давайте попробуем все-таки. Уж больно руки чешутся. Блин, да что ты будешь делать-то, а? Стоят блевотники здесь. Ладно, давайте подождем маленько.
Надеюсь, тут никто не побежит. Хочу начать со строителя. Так, он готов. Подождем еще, наверное, маленько. Главное, чтобы не побежали. А вот они, блин, да что ж ты будешь? Что хотел сказать, чтобы псов не было. Давай, 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 строитель, бомби, бомби их всех. Отлично, пока. Блин, ну все-таки... Или не тронули? Вроде бы не задели они автобус мне. Ну, блин, да... Вот никак не получается пройти в чистую все, а? Еще одна псина. Так, отлично, шериф сработал хорошо. Так, ну что у нас тут? Давай, гробовщик, побежал. Храбрость. Так, давайте еще одного строителя вызовем. Бочонок. Вот так вот. Блин, я думал, что попал по псине. Не получилось, сдохни. Ну, давай, давай, гробовщик, вся надежда на тебя. Отлично, золото. Храбрость. Давай, давай, разбиваем по-быренькому эти... Как их там, ворота, блин, не ворота, а засаду, преграду, неважно, что это такое, главное разбить. Ну! Да что вы там тюлюкаетесь-то, блин, осталось-то маленько. Нет, ты посмотри, вот они начинают вот полицейского бомбить. Обо! И не успел договорить, слег. Так, пулеметчик, давай, бомби их там всех. Надоели уже. Ну, отлично, прошли. Да, жаль, конечно, что опять... Не на сухую. Все-таки с повреждениями. Но прошли все-таки. Ладно. Открывается у нас здесь. Что там завершено? Взять. Вау, еще два бонуса получил. Какую-то бутылку там интересную. Ну-ка. Нафига вот я нажимал, ребята, вот на эту фигню, блин. Опять, как всегда, вылетел куда-то. Ладно, продолжаем. Начинаем битву. Так, здесь что у нас? 27, давайте эту начнем. Потому что она нормально, как пишется. И сидит там одноглазое чмо. Выжидает, блин. Меня же ждет, говнюк, а? Я ведь знаю, что меня ждет. Блин. Давайте, начнем со строителя. Он такой более-менее мощный. Крепенький. Должен выстоять. Пока никто не бежит, все. Да елки-палки, аж два копа бегут. Черт, строитель здесь не справится один, я думаю. Фермер. Ну, фермер навряд ли, конечно, сделает тут нам офигенный, так сказать, перевес. Но, тем не менее, хотя бы будет бомбить по всем. Давай, побежал гробовщик. Будет сейчас их... Хотя, какой он нафиг гробовщик? Они все тут строители. И знаете, мне такое впечатление, что этот автобус у нас... Автозак натуральный, который перевозит преступников. Потому что водила у него, как видели, шериф. А это у меня заключенные, которые пускают себя на смерть, лишь бы сбежать, как говорится, на свободу. Ладно, это я так просто прикалываюсь. Начинаем их бомбить. Да, тут, по-моему, нифига не получится. Посмотрите, никаких зомбарей нету, кроме полицейских. А как вы понимаете, они довольно мощные. Ёлки ты палки. Да-да-да, фермер, я с тобой полностью согласен. Чистое проклятие тут. Ай-яй-яй. Давай вот этого добомбим сейчас. Отлично, сделали его. Так, этот в каске его не сможет пробить. Отлично, вон там храбрость. Чоппер, вся надежда на тебя. Хотя у меня скоро накопится пулеметчик. Когда будет соточка. Отлично, он у меня готов, в принципе. Но пока мы не будем, наверное, его использовать. Так. Попробуем пробиться. Блин, слишком плотная стена. Слишком. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай еще один. Фермер. Ну, как чоппер там наяривает. Вот это мне нравится. Просто изумительно. Он и довольно живучий. И такая у него атака нормальная. Все, ну, отлично. Так, надеюсь, сейчас придется этого дурилу вызывать, который меня, честно говоря, бесит. Бесит он меня, потому что у него очень... очень слабая атака. Ребята, 30 секунд у нас, и будет волна. Давай, давай, разносите вы эту баррикаду. Оу, как все фигово. Черт, это больно. Я верю, что это больно, но... Давай, все, я вам почистил, пробивайте быстрее. Давай, 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 пока эти копы не подошли. Ну, чуть-чуть осталось. Ну, давай, ну что ты, блин, ну. Есть, есть.
Ух, хорошо. 3 звезды. Лучше не придумаешь. Так, у меня 467 золотых монет. Я буквально скоро смогу приобрести себе нового юнита. Что довольно хорошо. Так. И скоро я получу 7-й уровень. Так, давайте-ка. О, бонус какой-то. Тайник. Естественно, я буду брать его. Так, открываем ящик военный. Шоколадка, генератор, команда и хлеб. Усиление команды. Хм. Ну что ж, довольно неплохие получили бонусы. Так, отличненько. Ну что, куда пойдем-то, ребят? Сюда? Что тут у нас? Испытание 1, невозможно, блин. 28-я миссия. 25-я, опять же невозможно. Да какого лешего-то? Может, 21-ю, блин, нет? Так, ладно. Я даже не знаю. 28-я, сложно. Ну тогда уж вот с этой начнем, тоже сложно. Что же делать? 21-я миссия. Раз везде сложные, ребята, фигли. Давайте-ка, наверное... Нет, не хватает. На нее мне не хватает. А этот... 530, Firefighter. Блин, я хочу вот этого себе. Защита от огня у него. Вот это хорошо. А у тебя отталкивает противника. Слушайте, тоже неплохо, по идее. Так, ну генератор я не буду однозначно сейчас открывать. Не хочу, жалко, он столько стоит денег, а всего лишь какой-то генератор усиливает мои войска. Ладно, ребят, поехали. Стоит, там жамкает уже что-то, жует, блин. Все, не нажрется никак, а? Так, подождем маленько. Это не здесь у нас собаки-то, нет? Я вот что-то не помню. Ладно, пока терпим, терпим, терпим. Блин, бегуны, ё-моё, блин, давай, 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 строитель. Ай, все, обделался, блин, стоит, блин, тупит. Ну, да что ты будешь делать? Ну давай ты добавь. Отлично, блин, ну это буквально на один удар, ребята, и мы проиграем. Чё ж тут, как говорится, скрывать-то? Ну я надеюсь, мы до этого не дойдем и развалим тут всех. Чем дальше мы, ребята, проходим, тем с каждым разом все сложнее и сложнее. Ха-ха-ха, надо же, у меня там кто-то еще успевает посмеяться. Неужели пройдем, а? Отлично, шикарно. Конечно, не так, как хотелось, но все-таки. И 17 монет получаем. Все, ребят, я могу себе купить юнита. В принципе-то. Да? Да, 494. Слушайте, ну... Стоит ли ее брать? Давайте, может быть, маленько подкопим и купим с вами урон слабенький, конечно. А у этого... Оу, 27. Вот этого, фаерфайтера. Это какой-то у нас пожарник, да, я так понял? По большому счету, да, так и есть. Видите, он в маске, с топором. 4 урона, здоровье 22. Интересно, а что такое фактор удачи? А, наверное, с нимпом. Когда над головой усиление, наверное, шанс повышает выхода из автобуса. Мне так, по крайней мере, кажется. Так, а что если нам перейти на уровень 3, а, ребята? Так, а что у нас тут? Давайте посмотрим, наверное. 31-я миссия, ребят. Вау, ребята, мы уже в городе, и какие-то байкеры здесь. Ты не пройдешь. Капитан зараженных. Мощный пистолет не позволяет врагам подойти к нему близко. Вот это новости, ребята. Пошли зомби со стволами. Капитан зараженных. А, это даже не зомби, это зараженные у нас. Так, какая-то тут у нас. Давай, наверное, я не знаю. Давай, строитель, хрен с ним. Черт подери, смотри, строчит, а. Ну, так как он в каске, я думаю, что урон он большой не получает. Что у нас тут написано? Зараженный мародер, быстрый, но слабый. Это вот эти, которые с мечами, быстрые, но слабые. Да я бы не сказал, что они слабые. Это же был мой сосед. Да, умри. Так, фермер, ну, строчи давай. Нет, он стоит, перезаряжается. Придурок, блин. Так, давайте мы... Да уж. Слабый, быстрый, но слабый. Я бы так не сказал. Они быстрые и довольно сильные. Так, отлично, гробовщик знает свое дело. Оу, нет, только не это. Только не это, не подходи ко моему автобусу. Все-таки задел, а? Да мне пофиг, что он задел. Главное тут выстоять нам как-то.
Ха, мой тут все окончательно сдох. Бочка. Ну, нормально. Пока нормально все. Да, нифига, ребята, не прокатывает. Я думал, что-нибудь намного слабее, но, как видите, ничего подобного. Получай. Все. Начинает воскрешаться возле автобуса. А это, естественно, очень плохо для нас, потому что они сейчас быстренько его разбомбят нам. Храбрость. Давай, строитель, вся надежда на тебя. Если ты быстро упадешь, это будет очень плохо. Ну что, ребят, я думаю, надо будет применять вот этого чувачка с пулеметом. Поехали. Так, немножко подчистили. И осталось тут немножко пробить. Ну, шикарно прошли. Но, опять же, неровно все у нас вышло. Две звезды получили. И открываем далее карту. Будем смотреть, что здесь у нас новенькое. Так, отлично. Вау, хорошо просто. Ну-ка, хватает у меня денег? 530. Да ё-моё, не хватает буквально чуть-чуть. 32-я миссия, ребята. Сложно написано. Опять эти байкеры здесь. Ждем, выжидаем, как обычно. Бегут сопляки, а? Ну давай, ну чуть-чуть. Осталось. Ага, все, готов он у меня. Ждем, ждем, ребята. Пошел. Слишком быстренько не продвигается, а? Так, что тут опять за энциклопедия? Зараженный мародер с обрезом. Да вы издеваетесь, что ли, елки-палки, блин. То с пистолетом, то с обрезом. Давайте еще с пулеметами на меня сюда. Все. Тут бесполезно, по-моему. Блин. И как вы мне прикажете здесь драться? Кто противостоит этим придуркам? Хотя, в принципе, ребята, там дальше открывается спецназ. У него должен быть бронежилет. Я думаю, что он должен выстоять. Но, извините, он будет стоить далеко не 30 и 40 храбрости. Так, давайте попробуем. О, бочонок, в принципе, неплохо срабатывает, но мне не, абсолютно никакой выгоды он не дал. Так, все, упал. О, этот прям возле автобуса уже резается, ребята, зомбарь. Надо усиливать автобус, усиливать его. Но это уже будет в другой как-нибудь части. В этой я хочу купить нового юнита себе. Так, побежал. Получай. Да ну, они мне даже шанса не дают. Ребят, смотрите, все, автобус разбомбили. Шанса даже не дают, чтобы я как-то пробился немножко. И у меня осталось всего 5 горючек. Ребята, это буквально 2 боя. Да, здесь, походу, мне делать нечего. Давайте, наверное, с вами, может быть, вернемся на уровень 2. Вообще на первый вернемся сейчас и тут посмотрим. Так, что здесь? Миссия 9. Ну что же, у нас 2 звезды здесь, ребята. А может быть попробовать испытание? Испытание, блин, жесткое. И здесь невозможно, 13-я миссия. Но про испытание 2 я вообще молчу. Да, делать здесь нечего. Ну, а тут у нас... Так, что-то можно взять. Ага. Миссия 30. Невозможно. Не одно, так другое, а. Ну что, пробуем тогда 29-ю сложную. Что там за радио заиграло? Ё-моё! Внутренние газы разрывают его после смерти, нанося урон в большом радиусе. И еще лучше, блин. Ёпарасоте. Ну давай, беги, гробовщик. Пускай он тебя сейчас накумарит. Такой ублюдок. Опа-на, нифига. Кстати, я понял, ребята, фишку. Я надеюсь, что когда он взрывается, он наносит урон не только мне, но и своим тоже. Так, давайте нахлобучивать потихоньку. Эй, сразу упал, блин. Нет, гробовщика надо усиливать уже капитально. Или же все-таки искать ему замену. Но пока за 15 храбрости у меня нет другого юнита, ребята. Как ни крути, он самый первый у меня выходит. И самый первый начинает бой. Черт, это больно. Я верю, что это больно. О, вот, видели? Вот это замечательно сейчас было. Значит, он наносит урон и своим. Это хорошо. Можно здесь даже стратегически сделать одну вещь, ребята. Дождаться этого толстяка. Только единственный минус, что они бегут сами, куда хотят. Если бы я мог бы направлять, например, своего солдатика, бить этого жирного, тогда да, во, пулеметчик. Погнали. Блин, все слегли. Я думал, что волной не заденет моих солдат, но, как видите, разбомбило.
Все, опять он обосрался, и второй тоже обделался. Блин, стоят там, тупят. Естественно, их сейчас тут всех и размажут. Так, храбрость, давай, Чоппер. Думаю, ты не такой уж трус, как они там все. Давай-ка нахлобучь этого лысоголового зеленого чепушилу. Вот так, отличненько, молодец, красава, умница. Но я боюсь, ты здесь у меня один долго не выстоишь. Фермер, прикрывай Чоппера. Так. Нормально пока идет. Ой, сейчас он звезданет этого жирного, и все слягут. Ё-моё! Ай-яй-яй-яй-яй. Вот этого я... Смотри-ка, Чоппер выстоял. Это хорошо. Ну что, давай, бомби теперь по полной программе. Строитель, давай, не тупи. Хорошо, что они все там покоцаны маленько. Это мне на руку. А, ну что же вы так делаете-то? Немножко неправильно. Все, сейчас они рванут. Ой, их тут и волна через 30 секунд. Блин. Ух, да какого фига вас так много-то здесь? Пулеметчик, где ты там у меня, блин? Давай, заряжай свою пушку. Эть! И не достали мы до тех двух уродов, блин. Вот я еще раз говорю, ребята, как только я пулеметчика своего использую, начинают сразу же выходить вот эти вот уроды. Если бы я его не трогал, они бы не вышли, поверь мне. Так, ладно. Все, 8 секунд, 7, сейчас побежит волна. Ребят, я не успею, хотя тут немножко осталось. Все, это кранты. Понеслась. Блин, вот это жесть, ребят, вот это жесть. Вы смотрите, что делают они, а? Разбомбили мне мой автобус. Жаль, конечно, очень жаль. Давайте, может, еще разочек сыграем. Попробуем уже немножко по-другому. Как я говорил, тактика фермера, чтобы он расстреливал этих жаробасов, и они уничтожали автоматически своих же зомбарей. Тут понятно, подыхает сразу. Тем более, смотрите, ему всего один удар нужен. Оу, разве так в тот раз было? А, ну да-да, было в тот раз именно так. Выходит эта волна уродов. Как раз после того, как я этого жиробаса завалил. Так, храбрость. Может, этого говнюка вызвать? С чем он там бегает-то, не могу понять? Что у него там в руке, блин? Похоже на... эту, разводной ключ, но, по-моему, это не он. Жирный сдох. Так, ну давай ты там подымайся. Я знаю, что тут должен встать. Встал, он встал в виде зомбаря. А нет, вот он воскрес. Фух. Но если его второй раз завалят, то он уже не встанет, это однозначно. Да какого лешего такая волна-то бежит сразу, а? Нет, опять, по-моему, мы здесь проиграли, ребят. Ну, хотя я половину хп у баррикады снес. Давайте вот в это. Если сейчас фермер, да, хотел сказать, не обделается, он выстрелит по-жирному и всех тут разорвет. Ну, стрельни, стрельни давай ты хорошенько-то, ёлки. Да, конечно, стрельнет он, блин. Как бы не так, ребята. Пулеметчик. Вот, это уже другой разговор, ребята. Сейчас пошло все как надо. Надеюсь, Чоппер все-таки успеет. Успеет развалить. Тихо, тихо, лежи, гнида. Да, Чоппер немножко запоздал со своими ударами. Давай, вот, их всех там коси. Был бы еще какой-нибудь чувак, даже с бензопилой выбежал. Давай тут всех гасить налево и направо. Хотя та девчуля бы тоже была бы неплохо. Она все-таки отталкивает врагов. Так. Ну что, давай, наверное... Нет, фермера. Черт подери, блин, взорвался ты как-то не вовремя. Эх, да. Ну, он сейчас встанет, это однозначно, ребята. У него как бы две жизни. Вот если бы он был бы довольно таким сильным, цены бы ему не было. Этому чувачку. А так он, ну вот он встал весь в крови, обосравшийся, как обычно. Вот. И... Ну, вот так вот, отлично. Ха-ха! Довольно неплохо. Давай, остается немножко тут... Блин, 18 секунд и волна. Что-то я как-то продинамил это дело, ребята. Нет, по ходу дела у меня не получится здесь ничего. Не, какое нафиг. Вы посмотрите, сколько тут дуралеев с касками вышло.
Блин. Да и фермер тоже слабо бомбит, блин. Всех надо усилять. Все, ребята, это приговор. Это приговор. Слушайте, интересно, вот когда они бегут и, например, применить этот, как его, пулемет, было бы прекрасно или нет, а? Завалил бы он всю эту волну или хрен там? Ну что ж, давайте что-нибудь продадим. Так, продать хлебушек, что ли? Не, давайте шоколадку, а? Шоколадку или хлеб все-таки? Не, давайте хлеб, плюс один. Ой, ё-моё, это же я купил! Тьфу ты! Мне же нужно было продать! Свою дивизию, 530 он стоит. Да, ребята, лоханулся я сейчас в данный момент. Продать надо было нажимать, продать, вот. Так, плюс 100, плюс 100. Ну что же, ну давайте продадим. Еще нам надо 500, вот, теперь хватает. Так, где тут у нас? Где этот юнит? Воу. Red Bar не надо. Вот, Firefighter, 530, отлично. И я его могу усилить, да? Но не хватает, по-моему, одного предмета, да. Плохо. Ну что ж, давайте его возьмем к себе. Так, давайте заменим, наверное, который за 25. Он вообще никакой. Ватоватый. А этот, я надеюсь, по крайней мере, что будет от него толк. Но у нас, ребята, проблемы с бензином. Хотя у меня есть чувак с кинотеатром. Надо будет посмотреть видосики, чтобы немножко бензинчика заработать. Давайте приступим к этому делу. Ну что ж, ребята, я заработал себе 6 горючек. В принципе, нам хватит здесь на 3 боя. Сложно. Попробуем. Ага, вот они. Ну, вы не забывайте, что я не трачу бонусы, которые у меня есть наверху. Но я думаю, в следующей серии я до них доберусь. Так, терпим. Это же, по-моему, миссия, где сейчас будут выбегать псы, да? Если я не путаю. Сейчас... Оу-оу, здесь бегуны, елки-палки. Блин, я, честно говоря, думал, что ты не настолько сыкунок, а? А он опять боится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, плохо все. Плохо сыграно было. Черт подери, считай две горючки просто так, в холостую. Переигрываем, ребята. Давай, беги, наверное. Не будем мы тут выжидать, наверное, время, пока они тут прибегут. Ну? Так. Храбрость, отлично. Так, ну что, давай тогда, я не знаю. Ай-яй-яй, главное не подпускать их близко, блин. Ну? Не тупи. Да ну нафиг, ничего у нас, ребята, здесь не получается. Хотя, есть небольшой шанс еще. Давайте посмотрим, справятся ли мои там ребята с баррикадой. Да должны, по идее. Ну, давай, последний. Отлично, все, прошли. И это хорошо, ребята. С одной звездой, но прошли. И все, естественно, благодаря моим гробовщикам, которые там развалили баррикаду. Так, у нас, по-моему, очень мало горючки, да. Пока нам здесь делать нечего. Так что можно спокойно отдыхать. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорых новых видосиков. Удачи вам.